Иранские элементы в демонологии горских евреев. Возникновение восточно-кавказской еврейской общины относится к раннему средневековью, когда сасанидами была переселена на Восточный Кавказ довольно значительная группа иранских евреев. Позднее эта община пополнялась за счет новых миграций евреев из Ирана. За многие столетия своего проживания на Кавказе восточно-кавказские евреи восприняли множество элементов культуры соседних народов. Можно отметить, в частности, такие заимствования у кавказцев, как представление о демонологических персонажах Гудил, Тёсенбой, Гудурбой, Зимирей, Шеату. Однако помимо кавказских заимствований в горской еврейской демонологии сохранились и представления о таких персонажах, которые имеют явные связи с миром иранской культуры. К числу последних, вероятно, относится Сярь-Уви, дословное значение в горско-еврейском, глава воды, который иногда отождествляется с другим демонологическим персонажем Дедейол. Первое описание демона Дедейол из Сярь-Уви было дано Ильей Шербетовичем Анисимовым в его известном труде «Кавказские евреи-горцы». Сярь-Уви водяной имеет образ воздушной девы, белой как снег. В лунную ночь она сидит над фонтаном и охраняет воды, чтобы люди не бросали в них нечистоты. Иногда же Сярь-Уви манит молодых людей к себе и топит их в воде, а стариков не трогает. Но Сярь-Уви, по поверью народа, ужасно боится Булата и убегает при виде его. Поэтому, когда идут ночью за водой, то берут какую-либо стальную вещь, которую все время размахивают в воздухе и над фонтаном. Ввиду этого большинство мужчин и женщин носят на большом пальце булатные кольца. В темную ночь Сярь-Уви преобразовывается и расстилается над водой в виде черного тумана. Относительно Сярь-Уви, или как ее иначе называют, Дедейол, или Оф-Вода, то есть Мать Воды, рассказывают еще следующее интересное предание. Дедейол особенно старается обмануть или вести в заблуждение беременных женщин или рожениц. Поэтому у горских евреев никогда нельзя оставить роженицу одну в комнате. В последнем случае Дедейол приходит к ней в образе какой-нибудь ее родственницы, обманывает ее, приближается к ней, незаметно снимает с нее одеяло и затем вынимает некоторые ее внутренности, сердце, печень и легкие. Рассказывают, что одна маму или мамуча, а точнее повивальная бабка, принимала у одной женщины ребенка и вышла куда-то на минутку, оставив роженицу. Пришедши к роженице, она видит большое кровавое пятно в виде ладони и пальцев как раз над дверью и затем страшно бледную, почти полумертвую больную. На ее вопрос, что все это значит, больная говорит, что к ней приходила сейчас такая-то ее родственница, приблизилась к ней, превратилась в страшную женщину и вынула ее внутренности. В то же время шел мимо реки, живший в этом же ауле один благочестивый человек и увидел женщину во всем белом с длинными волосами, стоящую с засученными рукавами у берега и полоскающую человеческие внутренности. Тут же он вынимает кинжал, бежит за ней и кричит, чтобы она положила их обратно, откуда взяла. Она действительно возвращает их и исчезает, но вместе с тем проклинает того человека, чтобы от него не осталось и семени, что действительно и случилось, у него умерли все дети и родные.
рассказывают, что старик, догоняя Деда Йоу, отрезал у нее одну косу, которую держал у себя и которую видели еще не так давно очень многие. Илья Шербетович Анисимов, 1888 год. Представления о Деде Йоу из Церкви сохраняются у горских евреев и поныне, преимущественно среди женщин старшего поколения. Правда, если объектом негативного воздействия первое являются роженицы, как и в описании Шоссе Анисимова, то относительно Церкви рассказывают только, что она охраняет чистоту воды. Представление же о заманивании ею молодых мужчин и женщин уже утрачено. Демонологический персонаж, подобный Церкви, в далеком прошлом был известен кумыкам. По-кумыкски это Суфанасы, мать вод. О функциях этого демона можно судить лишь по сохранившейся детской игре с тем же названием, в которой дети топят друг друга в водоеме. Аджиев Кадыраджиев, 1988-80-е годы. Аджиев и Кадыраджиев проводят аналогию с представлениями о подобном демоне Суанасы. У сибирских татар она живет на дне водоемов и, хватая купальщиков за ноги, уносит их в свое жилище. Можно было бы предполагать, что термин «церкви» является калькой из тюркского «суфанасы» на кумыкском или «суанасы» на сибирском татарском. Однако, скорее всего, это не так, поскольку в случае калькирования следовало бы ожидать горско-еврейское Дедеев. Кроме того, в представлениях о матери вод у тюркских народов, в том числе и у кумыков, отсутствует мотив заманивания молодых людей в воду, как это имеет место в случае с горско-еврейским Церкви. Образ Церкви не находят прямых параллелей в демонологии кавказских народов, поэтому наиболее приемлемым является предположение о том, что представление о Церкви было заимствовано горскими евреями у иранцев. В пользу данной гипотезы может говорить и прозрачная иранская этимология данного термина «глава воды», где общеиранская сярь имеет значение голова, глава, вершины и так далее. Ауф, эта вода, переходя к рассмотрению персонажа Деде Йоу, процитирую другое его описание, источником которого, судя по всему, являлся писатель Хизгиль Давидович Авшаломов, уроженец села Нюгди-Дербенский район Республики Дагестан. Деде Йоу имеет обличие женщины. Она живет в лесу. Одежда ей служит пышные черные волосы, доходящие до пят. Питается Деде Йоу сердцем и легкими роженица. Чтобы погубить свою жертву, злая богиня принимает облик кого-нибудь из ее близких, проникает в дом, вынимает внутренности женщины, затем спешит обратно в лес. Здесь в речке она полощет свою добычу и проглатывает ее, после чего роженица умирает. У Деде Йоу есть уязвимое место – ее волосы. Если кто-нибудь из мужчин, встретившись с Деде Йоу в лесу, сумеет приблизиться к ней с обнаженным кинжалом и ухватить ее сзади за волосы, то может потребовать, чтобы она не покушалась на жизнь ни одной роженицы из его рода. В этом случае Деде Йоу вынуждена была исполнить требования храбреца. Она выдергивала один волос из своей головы и с клятвой протягивала ему, как гарантию того, что никогда не станет покушаться на жизнь какой-либо женщины из его рода. Авшаломова, 1993 год. В данном случае рассматриваемый персонаж не обнаруживает какой-либо связи с Церкви. Да и моя бабушка рассказывала о Деде Йоу и Церкви как о похожих, но все-таки разных демонах. Как известно,
персонажа с наименованием Айл или же созвучным ему были распространены среди очень многих иранских и тюркских народов, и в частности у турок Айл Айлана, Айл Каре, Айл Кузы и азербайджанцев Хал, Халанасы, у кумыков Албаслы Кадын. Нетрудно предположить, что образ демона Деде-Йол, мать угорских евреев, является калькой с азербайджанского. Халанасы, также, кстати, как и табасаранский, Албаб или Албав, имеющие то же значение, мать Эл, не вызывает также сомнений, что и сам образ матери Айл вместе с приписываемыми ему функциями был заимствован горскими евреями и табасаранцами у азербайджанцев. Различие между персонажами Деде-Йол и Серюви проявляется и при сопоставлении их функций: первая вредит роженицам, вырывая у них внутренности, вторая – молодым мужчинам и женщинам, заманивая их в воду. Разная у них и среда обитания. Деде-Йол живет у реки или ручья, за пределами населенного пункта, а Серюви – у источника питьевой воды, в черте населенного пункта, внутри него или на его окраине. Серюви, в отличие от Деде-Йол, не просто связана с водной средой, но еще и охраняет ее чистоту, то есть она имеет четко выраженные черты водяного. Необходимо также обратить внимание, что название Серюви может иметь значение не только глава воды, но и поверхность воды или то, что находится над поверхностью воды, что, вероятно, и отражено в следующих деталях описания этого демонологического персонажа: в темную ночь Серюви преобразовывается и расстилается над водой в виде черного тумана, в лунную ночь она сидит над фонтаном. Надо полагать, что представления о Серюви являются собой наиболее архаичный слой горской еврейской демонологии и, скорее всего, были заимствованы у народов Ирана. На это же указывает и определенная близость Серюви персидскими пяре, среднеперсидкий, перике, активизировавшаяся именно ночью. Контаминация же образов Серюви и Деде-Йол, судя по всему, имела место уже на Кавказе. Причем их сближению способствовало не только сходство во внешнем облике обоих персонажей. Серюви имеет образ воздушной девы, белый как снег, и приблизительно такой же внешний облик имеет Айл и у тюркоязычных народов, в том числе и азербайджанцев, а кроме того, и некоторых дагестанских народов. Но это обстоятельство, что оба они связаны с водной стихией. Анисимов дал описание еще одного демонологического персонажа, по имени Нумиги, представления о котором, скорее всего, также были заимствованы горскими евреями в Иране. Мною, однако, отмечалась возможность заимствования этих представлений у носителей одного из восточно-иранских языков, обитавших в раннесредневековый период на Восточном Кавказе, или же через их посредство у местных автохтонов. Семенов, 2006 год. Нумниги, эвфемизм, тот, чье имя нельзя произносить, подменяющий наименование ласки и каменной куницы, называние которых горскими евреями табуировалось. Представления о нем сохраняются у горских евреев поныне. Анисимов сообщал о Нумнигире следующее. Божество Нумнягирь, принадлежащее к переменно добрым и злым, смотря по заслугам человека, считается покровителем путников и семейного плодородия. Чтобы приобрести его расположение, нужно уважать ближних и их детей, как своих собственных, и быть ласковым к странникам.
В этом случае оно является человеку в виде белой каменной куницы, которая проносится мимо с быстротой молнии и исчезает моментально из виду, не дав ему опомниться. Тогда человек вполне может надеяться на счастливый исход своего предприятия и на благополучное возвращение из путешествия. Если же это загадочное животное прошло между ногами человека, то непременно быть беде, и человека будет вечно преследовать горе. Тогда все семейные несчастья взваливаются на Нумнигира, и болезни новорожденных детей объясняются тем, что детей держат, душат Нумнягир за грехи родителей. Вообще же Нумнягир совсем не почитается горскими евреями, потому что очень мало счастливцев, которых встречало бы оно приветливо и не проходило им между ногами. Одно имя его приводит бедных родителей в панический страх за жизнь своих новорожденных. Как только началась детская болезнь, состоящая обыкновенно из частых вздрагиваний малютки и неистового плача, при котором является на губах его красноватая пена и на лице особенная бледность, знахарками произносится приговор, что действительно избывается через 2-3 дня по рождению, Анисимов 1888 год. Примечательно, что в данном случае имеет место следующая игра слов. По представлениям горских евреев, Нумнигир Эдей Гюрде Аиля или Нумнигир Гюрди Аиля, Нумнигир душит ребенка. Буквальное значение глагола «гюрде» – «схватить», «держать», но в приведенном выражении оно означает именно «душить». Этот же глагол содержится и в имени Нумнягир – тот, чье имя нельзя произносить, но уже в другом значении «нягюрде» не или нельзя произносить. Объяснение данной игры слов затруднительно возможно, она является случайной. Небезынтересно также, что названием Нумнигир горские евреи обозначают и ласку хищника, забирающегося в курятники и истребляющего птицу. В годы моего детства среди горских евреев Дагестана было распространено поверье о невероятной кровожадности Нумнигира. Он забирает с собой в качестве добычи только одного цыпленка, но истребляет в курятнике всю живность. Кроме того, считается, что увидеть ласку во сне не к добру. Таким образом, очевидно, что табу было связано с мнением о том, что озвучивание названия этого хищника чревато появлением самого хищника. Подобные поверья бытовали у многих народов Дагестана. Интересна и следующая параллель: если горские евреи считали Нумнигири оборотнем, являющимся путнику в виде ласки, по данным Анисимова, в виде белой каменной куницы, по всей видимости, горские евреи не различали ласку и каменную куницу, оба хищника принадлежат к куням, причем встреча с ней предвещает удачу, то и у табасаранцев существовали поверья о том, что на кладбище можно встретить волка-оборотня, и что встреча в пути с волком к удаче. Кстати, по представлениям ингушей, встреча с волком также предвещает счастливый путь. По мнению ряда исследователей, подобные явления в культуре дагестанских народов могут являться реликтами древнего тотемизма. Булатов 1990 и Сефербеков 2000 и. Не вдаваясь в полемику по поводу правомерности таких предположений, хотел бы указать на то, что наличие в культуре горских евреев представлений о Нумнигире нельзя расценивать как след бытовавшего у них тотемизма, так как они явно были заимствованы горскими евреями у одного из местных народов или же у иранцев. Этот вывод следует из того, что горские евреи не используют эвфемизмы такого рода,
как табасаранцы в отношении волка, уши имеющие и тому подобное. Данный факт и является признаком заимствования вследствие неглубокого знания культуры местных народов, или иранцев. Горские евреи усвоили табу на озвучивание имени куницы очень поверхностно и восприняли его как данность, что и заключено в термине, формулирующем недвусмысленный запрет «нунигир тот, чье имя нельзя произносить». В 2003 году мною был выявлен персонаж горско-еврейской демонологии Хюрсяк, ранее не описанный в этнографической литературе. Семенов, 2008 год. Со слов информантов, выходцев из городов Дербента и Буйнакска по ночам это существо наваливается на спящего на спине человека и душит его. По выражению буйнакских горских евреев, Хюрсяк Эдей Адамира Шишире или Тасунде, Хюрсяк давит или топчет вариант душит человека. Дербентские же горские евреи описывают функции данного персонажа несколько иначе. Хюрсяк нюште эсяр адами, Хюрсяк взобрался на человека, Хюрсяк авторе эу адами, Хюрсяк навалился на этого человека. И в Дербенте, и в Буйнакске считается, что Хюрсяк может напасть на больного человека, и на здорового, и на взрослого, и на ребенка. Считается также, что Хюрсяк может иметь облик летающего бородатого мужчины, хотя это не обязательно. И, наконец, существует поверье, что явление Хюрсяк спящему человеку сулит удачу. Но все же по верованиям горских евреев считалось, что это существо ночью наваливалось на человека, спавшего на спине, и начинало давить, душить его. В таких случаях рекомендовалось издать какой-нибудь звук или пошевелить какой-нибудь частью тела. Существовали и разного рода рекомендации, чтобы избежать визита этого существа, главным образом с применением острых металлических предметов, булатов 1990-й. В качестве общих черт в представлениях об этом существе Булатов выделяет его невидимость, удушающее, сковывающее воздействие, но в характеристике внешнего облика, атрибутов, места обитания, отношения к людям и так далее, имеются существенные различия. А.А. Булатов выделяет четыре основные разновидности внешнего облика этого персонажа. Первый – зооморфный, в виде кошки, бараньих гениталий. Второй – антропоморфный или с некоторыми признаками антропоморфности. Третий – условно антропоморфный, в виде мешка, наполненного жидкостью, но с подвижной головой и так далее. Четвертый – нечто неопределенное, аморфное, без конкретных характеристик. Как считали цахуры, приход персонажа по имени Аль-Халюха мог предвещать и счастье, и несчастье. Тоже даргинцы приписывали Киберхану. У аварцев и табасаранцев существовало представление, что Хагилю, рух, посещает не любого человека, а только избранных. Его нападение является счастливым предзнаменованием. Кроме этого, в представлениях части табасаранцев Арухбав прослеживаются следы покровительственного отношения этого персонажа к людям. По мнению Булатова, процесс развития этого персонажа у дагестанских народов шел от полифункционального образа, соединявшего в себе положительные и отрицательные черты, как у лакского сухосулу, до простого однопланового образа однозначно злого, враждебного людям, наподобие персонажа Карс Улисгин, если рассмотреть в этой же связи представление горских евреев о Хюрсяке, то нетрудно заметить, что они носят несколько бессистемный, мозаичный характер.
Это свидетельствует о том, что отдельные детали представлений об этом существе заимствовались горскими евреями у различных дагестанских народов. Например, поверье в то, что визит Фюрсяка предвещает удачу, роднит его с табасаранским Рухбалом, даргинским Киберханом и циахурским Альхалехой. В кратком сообщении о демонологическом персонаже Фюрсяке мною предположительно говорилось о связи представлений о данном демоне с таковыми в Иране. Было указано, в частности, на возможность того, что его название содержит общеиранское. Фюрс, Херс, Медведь, Горско. Еврейский, Фюрси. Информация, полученная позднее от доктора Акбари Манучехра, Тегеранский университет, 5, подтверждает данное предположение. Как сообщил Манучехр, у персов Ирана сохранилось представление о демоне Херсяк, имеющем те же функции, что и горско-еврейский Фюрсяк, если человек спит один, то Херсяк может напасть на него и начать душить. Противодействовать ему можно только через специальную молитву, которая в настоящее время носит уже мусульманский характер. Отличие же Херсяка от Фюрсяка состоит в том, что появление первого с удачей никак не связывается. В кратком сообщении о демонологическом персонаже Фюрсяке мною предположительно говорилось о связи представлений о данном демоне с таковыми в Иране. Было указано, в частности, на возможность того, что его название содержит общеиранское. Фюрс, Херс, Медведь, Горско. Еврейский, Фюрси. Информация, полученная позднее от доктора Акбари Манучехра, Тегеранский университет, 5, подтверждает данное предположение. Как сообщил Манучехр, у персов Ирана сохранилось представление о демоне Херсяк, имеющем те же функции, что и горско-еврейский Фюрсяк, если человек спит один, то Херсяк может напасть на него и начать душить. Противодействовать ему можно только через специальную молитву, которая в настоящее время носит уже мусульманский характер. Отличие же Херсяка от Фюрсяка состоит в том, что появление первого с удачей никак не связывается. Таким образом, высказанная мною ранее точка зрения о происхождении представлений о Фюрсяке из Ирана подтверждается. Подтверждается также и высказанное предположение о связи имени данного персонажа с иранским Фюрс Медведь по-персидски. Херс, откуда и Херсяк? Небезынтересно также, что в изданном Михаилом Борцевичем Дадашевом словаре горско-еврейского языка в словарной статье «У души» «Во сне» дается перевод «Фюрсянь», что поясняется автором следующим образом: по поверью горских евреев, в случае, если кто-то душит вас во сне, то есть если у вас у души, и вам удается схватить душителя за папаху, то вас ждет большое богатство. Дадашев, 2006 год. Как видно из данной словарной статьи, Дадашову не удалось идентифицировать Фюрсяка в качестве демона, но данная словарная статья содержит новые детали, связанные с представлениями о Фюрсяке. Это, во-первых, поверье в то, что если удастся схватить душителя за папаху, то вас ждет большое богатство. Последнее указание перекликается с приведенной выше информацией о том, что посещение Фюрсяка сулит удачу. Во-вторых, сведения Дадашева проливают некоторый свет и на облик Фюрсяка. Он имеет папаху, а следовательно, и голову. Однако информант Хагилев Хая Юсуф Хаимовна Мардахаева настаивает на невидимости Фюрсяка. Необходимо также заметить, что информанты не смогли подтвердить наличие формы Фюрсянь.
представления о демоне по имени Вечахур были выявлены М. Мусаевой в 2005 году. К сожалению, Мусаевой не удалось зафиксировать образ данного демона и его среду обитания. Что же касается его функций, то отчасти они описываются его именем, которое имеет прозрачную горско-еврейскую этимологию «пожиратель детенышей», где веча в данном случае имеет значение «детеныш», а «хур» – причастие, образованное от глагола «хурде» – «есть», «кушать», «пожирать». Можно отметить, что основное значение термина «веча» в горско-еврейском языке – «цыпленок», но данный термин служит для образования названий детенышей и других представителей животного мира «вечесек» – «щенок», где «сек» – «собака», «вечахук» – «поросенок», где «хук» – «свинья», «веченазу» – «котенок», где «назу» – «кошка», «вечахарь» – «осленок», где «херь» – «осел». Возможно, в прошлом вторым значением термина «веча» являлось «детеныш». Надо, впрочем, принять во внимание, что в функции демонологического персонажа Вечахур входило пожирание плода, находящегося в утробе матери. Однако ни в одном из горско-еврейских диалектов не удалось выявить значение термина «веча» как «плод» в утробе матери. Однако не исключено, что такую семантику этот термин мог иметь в далеком прошлом. Замыкает демонологию горских евреев злой, нечистый дух Ща, а ту – глава нечистой силы, обитающей во враждебном человеку потустороннем мире. Ща, то есть нечистый дух, принимающий всевозможные образы, чтобы свести человека с пути 61 истина. В его видении находится множество других духов, которые по приказанию Щату вселяются в душу человека и управляют им произвольно. Дети этих духов обитают в недрах земли, где находятся и палаты их, и жены. Когда нечистый дух входит в душу человека за какую-либо вину его, то человек делается сумасшедшим-то. Е по-горски Щатуне, водящимся с нечистым духом. Щату ужасно не любят, чтобы горячую воду лили на землю, потому что она, всасываясь, начинает жечь детей нечистых духов, которые стоят часто почти у поверхности земли и любуются делами отцов. За подобное ослушание Щату посылает одного из своих поманных к человеку, которого тот схватывает за сердце и горло и хочет душить. В это время изо рта и носа идет у человека кровь, обильная пена, и он начинает сильно хрипеть от удушения. Таким образом делаются с человеком припадки. Полное сумасшествие объясняется тем, что у Щата очень мало подчиненных как мужского пола, так и женского. Особенно не хватает у него для своих духов женщин, почему он и старается заманить их к себе. Для этого он посылает по разным местам в темные ночи духов, которые принимают образы людей, близких тем, которых они хотят взять. Пришедшие к дому, они начинают стучаться и кричать голосами знакомых, чтобы отворили дверь или ворота. Хозяева, не замечая обмана, выходит и видит пред собою своих знакомых, которые зовут их на улицу или за город, говоря, что приехал такой-то или уезжает и желает видеть их. Люди идут за ними, но духи, вышедшие из аула, схватывают их и влекут в пропасть к своим жилищам. Там они кормят своих пленных различными кушаниями и напитками, после чего люди сходят с ума и поступают к ним на службу. Женщины же выходят замуж за духов и остаются навеки в подземном царстве. Рассказывают, что некоторые мужчины возвращались из этого царства, но опять были уводимы. Многие же из них, услышав зов духов,
опоясывались кинжалом и выходили. Заметив обман, они вынимали кинжалы из ножен и водили ими вокруг себя, после чего духи рассеивались и исчезали. Но рассудок этих людей все-таки омрачался, и они делались сумасшедшими. Чаще же всего случается то, что духи приходят поздно, когда все покоится сном, и теряют много времени на вызов, на просьбы идти туда-то и туда-то. Между тем, по наступлении утра духи ничего уже не могут сделать и оставляют своих пленных среди дороги, откуда они возвращаются домой сумасшедшими. Я видел многих, которые вылечились от сумасшествия и уверяли, что видели духов, были в их домах, встретили женщину и прочих. Постоянный образ этих нечистых духов, по уверениям бывших у них, представляет существо, похожее на человека и отличающееся от него тем, что оно имеет рожки и хвост, затем широкие ноги и руки с сильными пальцами, которые расположены числом 6 веерообразно друг над другом, и, наконец, кривой рот с выдающимися по бокам кривыми клыками. На пальцах страшные длинные когти. Божества и добрые мифические существа в древних верованиях горских евреев. Илья Шербетович Анисимов. Краткое описание. Властитель растительного царства Эдор, в честь которого перед началом весны существовал праздник Шеф Эдор, то есть Ночи Идора, персонификация времен года Гудур-Бой и Кесен-Бой относится к божествам осени и зимы, бог дождя, грома и молнии Земирой. В обряде вызывания дождя дети пели песню, призывая его послать побольше дождя. Божество Гагиль упоминается девушками в песне в обряде вызывания солнца. Ему был посвящен одноименный праздник. Добрый дух Илёх-Нори, показывающийся людям в ночь с субботы на воскресенье в виде бедно одетого гостя или белого духа с огромной бородой, принявшего и накормившего Илёха-Нори в качестве гостя, ожидает богатства. Если его пригласят на свадебный пир, то жизнь новобрачных будет счастлива. Домовая змея Аждахой-Мар, доброе божество, покровитель семьи, невидимо, представлялось в виде семиглавой змеи. Локус обитания, под полом жилища, в фундаменте на потолке, в стене. Ей клали чашку меда. В заключение можно отметить, что наиболее устойчивые элементы горской еврейской демонологии своими корнями связаны с миром культуры иранских народов. Это касается, прежде всего, представлений о тех демонологических персонажах, названия которых имеют иранскую этимологию. Образы же почти всех остальных демонологических персонажей угорских евреев представляют собой прямые заимствования у непосредственных соседей – азербайджанцев, кавказских татов, лезгин, табасаранцев, кайтакских даргинцев и кумыков. Причем миграции горских евреев из одной историко-этнографической зоны Восточного Кавказа в другую, как правило, приводили к постепенной утрате прежнего набора заимствований такого рода и приобретению новых. Судя по всему, это было связано с тем, что заимствованные у кавказских соседей элементы демонологии в самосознании горских евреев расценивались как именно заимствованные, то есть чужие, тогда как в качестве своей модели рассматривалась традиционная для горских евреев демонология. Все персонажи, которые носили привычные горско-еврейские названия. В таком случае становится объяснимым, почему при миграциях различных групп горских евреев в
В новое для себя этнокультурное окружение они сравнительно легко утрачивали старый багаж заимствованных демонологических представлений и столь же легко приобретали новые. Да ты ол? Эй. Ла, ты о чем мой орто? Шина устал. А с кшина устал? А? А с кшина устал? Ма дирам да ты ола. Кини, кини да ты ол. Да ты ол, а домини, на, а, чья то домини. А че ни гаме мой, мой, жанда ки гаме. Пойой, пойой, домира фонай, да сой, домира фонай, кене, да сой. Ма дирам, ма, имара тону лобу ачи. هشتون دوشتون بجنم لها هر گلی لها کورا بره بریم خمیس هفته بریم اینو لرکنده رفته بریم اویشه هر گلی ها مرشنده بو رفته بو من پسته رفته بریم چیز اگراتا دارها هم برا دارها با حاجیگه مونم یه ادامی از کن دار و دیرم آده الهی مماره هرچی ادار هست همه ایموی خدای مگم بشیم ادینا یکینی بو کینی مگو مونم آگاش رفته کن دار گنه ادم اول زر خرگلی های من رفته تریشه مرشندت رفت اخیر که اما خرگلی های من حکیمه اما ایها شلاها هزم آوا مگم ایش مجا سر برایت مگم در از سرطن تو نرشندت رفته مگم حکیم ها مگم ایجی رو دومی اماره مگم ایلا مگم کشمیر خیم مگم داده آنه او مگم من گم بری تو رو مگم ویدا و ویدا و خشتم اماری مخونه اماری اما هم داده مو کلبه ببی ببی مو اولا گردی داده اولا گردی و نری دغلا دادای مختلف میساخت خلاف ما ایمو شو عالین موگو ایمو موگو بچه بچه های موش موگو دادای آل مشت نیبیره او را و نری ببای ببای خالی مکلا ها دغلا و نری نشوندی کسی اینا تنباکی انو را بگردی رشا انو را بدشندی شوعا داری او را گفتری شوعا ساخت بچه بچه های تو من دست نیزنم حرزادی مرا من ایش دست نیزنم ایمو شو علینی ما ایمو متس نیزره پس تحرزا داره او را او داده اولی او را بردلازه ها را عیل هاش را بگرده او ادامه داده اول ایچون؟ وجره وجره او نشما اینو وجره او ها وجره ادامه های ادامه ها را برده کشته او ایچونی ایجورینی؟ او داده اول مخشفه اری نو از جور ها این مسلم ها که دانسته او را او هاست کشته به هم بیره های که دارم بلکه نبینه که گمیره های و منی ادام است اخری که داده اولا ما دیرم یکی لگه محله ایمو شو شای سبه میونو میما اخو خسیره ایم داده های مو همه یکی خسیره ایم گوه های ما پا سرای داری در ایمو را تخشینه در بازخونه پادوال اکی گوه ها تم پا تم ها دسته سمالت دنگه خبر ساختم داده ایمو را هده ایمو گوه ها را در دیر دیره احسابه داده ای بخست خلاف ما اینه که مگو خوش بینی هم آجیگه اینه مگو تقدام مگو با در ایتی نشتا برو چی گهر و در دوه خوارای مگو را رفتا کچه ها کز وسا یه زن بردال و برده اشار آوا و انکانه و ایلی رو بگرده شغمی و عو داری خلط تنگ تنگ شندی ای رو بیری خو گفته را داده اولا او بیری او سسا نه هر سنسان گوه های بوده دیز بیرم و داده اول خوبا چی نیست او من خشیف های آدم میره کشتنی تحصوندنی تحصوندنی آدم میره او اخسرکی هزل ها اخسرکی اما هم با سیر سنی آدم ها نشتن بو ها تحصوندن با آدم میره خرسک خرسکی بو ها خرسک تحصوندن با آدم میره را من اینقدر تحصونده که ایار شلوی نیستی یا چی ها؟ اینجا نیستی؟ نه نیستی او ها اکنت بیرم بو اینجا ای خوریه بگه ها نیستی اکنت ها بیرم بو ها در بند اصایوس اغلبه اغلبی ها بیرام باری اغلبی آره اینقدر اساسی نمی نشته که مرا تصنده که اخصره که از همه کار از پسف بیرام نه از خونی ایدالیز از پرسف بیرام یه دانستان خلاف ما یه ازاری